Российская синхронистка Варвара Субботина заняла первое место в произвольной программе соло на чемпионате Европы. Второе место у представительницы Украины Марты Фединой. Бронзу завоевала Евангелия Платаниоти из Греции. Соревнования проходят в Будапеште и завершатся 23 мая. Сборная России находится на первом месте в медальном зачете чемпионата. В активе российских спортсменов 3 золотые и 1 бронзовая награда. Четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина выступала в Венгрии, несмотря на проблемы с барабанной перепонкой, но из-за предстоящей операции пропустит Олимпийские игры.